В Ивановской области появился общественный совет при управлении по информатизации. Первое заседание состоялось в Доме национальностей. В состав общественного органа вошли представители организаций, которые обеспечивают область телекоммуникациями, интернетом и сотовой связью. Основная задача совета – общественный контроль за ходом информатизации региона. На первом заседании члены совета обсудили новую концепцию федерального закона о связи, который затрагивает вопросы лицензирования и качества предоставляемых услуг. Предложения по совершенствованию законопроекта будут направлены в Федеральное агентство связи. Да, основная задача, которую мы видим, это создание именно дискуссионной площадки, где специалисты могут обсудить вопросы между собой, выработать предложения, и, соответственно, управление по информатизации может какие-то свои проекты тоже вносить на обсуждение и получать реакцию общественности.